Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня обзорчик рынка, и ждите очередной трешовый видос. Я прожал от души, еще не досмотрел. Думаю, кто в курсе, те знают, о чем я. В общем, будет продолжение 2.0. Просто ржак. Поехали. Так, немецкий сервер. Что у нас интересного есть на нем? Вчера я вроде забрал календарик, который только здесь есть. Пятая карта. У нас на немке ничего вроде и не поменяли. Календарь, вот чем мне нравится здесь календарь, раз в сутки. То есть зашел и в итоге потом получаешь четвертую карту. Это, конечно, огонь. Так, забираем книжечки. 500 самов, кстати, не забудьте, ребят, кто ходит, не ходит, заберите за бах. С новым суперпэтом везде выдали по 500 самов, на английском, на русском вроде тоже. Пожалуйста, Мэри, упала осколки. Это при том, что здесь я уже показывал, просто бомбический пират. Я говорю, пират остров. Сколько всего, а осколки падают. Вчера божество, сегодня это. Реально очень круто. Так, нету у нас еще шарика здесь. К сожалению, у меня здесь пирата нет. Я не знаю, или будет. Блядь, что пират? Причем тут пират, блядь? Черепа. Что-то должен быть, значит, топовый пират. Так, окей. Забрали, поехали дальше. Поехали на английский сервачок. Смотрим, что там на английском. Так, с английский сервер. Что у нас интересного есть на рынке? Ну, начали продавать полным ходом камикроки. Но 100 баксов отдавать... Просто ни о чем. Вот реально. Так, обезьянка, новый герой. Который, в принципе, бездонатный. Уже 50 долларов. 400 баксов отсюда собрать. Ну, это бред. Так. Блин, посмотрите на плюхи за 10 баксов. Просто офигенные плюхи. Офигенные герои. Так, Камикрок Булл. Вот, скин начали продавать на нового героя. 50 осколков. Ну, я считаю, это просто бред. Обезьянка. Гифты. Аккумуляция. Дуэлян. Такая себе аккумуляция. Печально, ничего интересного нету. Хорошо, поехали дальше. У нас здесь коллекционер есть. В коллекционере дают пятую карту за героя. Ну, такое себе. Камешки, камикроки. Так, дискаунт есть. Что у нас в дискаунте интересного? 30 сменок, нифига себе. 30 спинок и камикроки. В принципе, можно покрутить. Что у меня по камням? 65 монет. За восьмерку 30 карт заберем. Вот смотрите, карты вообще отлично падают. А попробую камикроки половить. 10 сумок. Попробуем позабрать. Сейчас посмотрим, какие шансы, что лучше. Сколько
сколько мы в итоге отсюда получим камней. Но камни, видите, очень редко падают. Так, окей. 20 камней и 30 коробок. Да, 10 камней. Ну, отсюда вот эти вот фиолетовые еще камни падают. Такс. Поехали еще немножко качнем силушку. Ну, я жду хорошую акцию, чтобы можно было нормально камней набрать. Все равно смысла спешить куда-то никакого нет. Так, 84-й. Начнем прокачку. Со Сноу. Так, Сноу готов. Дед Мороз как раз на троих героев нам хватит. Надо будет еще судьбу перекачать. Считайте, за каждого героя дают в среднем 500. Так, на Химку нам не хватило. Слиганца. До свидания, 144 пакта. Ну, вот, все равно делать смысла нету, потому что красные кристаллы уходят на другие темы. Так, поехали, докачаем. Все, не хватает камешков. Так, что у нас есть здесь? Update гифты. Ну, что такого интересного? Fortune Hunter, update. У нас столочка есть. О, вот это вот неплохо. Поменяли ее? Не, ее не меняли. Три сменки. Бонус за вход. Так, апдейт гифты. Fortune Hunter, понятно. Апдейт пак, настолка есть. Хоть всем дали по 500 самоцветов, хоть что-то радует. Так, окей, поехали на русский сервер. Посмотрим, что у нас на русском сервере. Интересного. Кстати, надо на Тайвань забежать, там ребята писали за новый фонтан. Так, русский божество, новый герой. В принципе, на русском тоже плюхи смотрю. Довольно-таки неплохие. Есть сет обновления.
от одного самоцвета пакет накопления со скинами получше даже, чем на английском сервере. Я думаю, завтра на английском будет топовый сайтик. Так, что у нас тут? Временный день замковладельца, пакет накопления, уведомления. За обезьянку забрали, награды, розыгрыш ВКонтакте. Настолочка открылась, отлично. Так, олени, подарки, большая. Ну, один плюс один. Странно, что коллекционера на русском сервере нет. Так, идем на Тайвань, забежим. Солнышко просыпается. Посмотрим, что у нас на Тайване. Еще хочу на АЭС забежать, показать вам, что на АЭС есть интересного. Один восемь двадцать два мини обновление. Это, наверное, связанное с питомцем, скорее всего. Так, зашли. Блин, солнце слепит жестко. Тоже 500 самов дали, красавчики. Так, что у нас здесь нового есть? Интересного, пират уже был. Накопление. О, открылся фонтанчик, нифига себе. Ну блин, это зачетно, реально, ребят, это зачетно, посмотрите. Новый фонтан. Три карты, офигеть. Х2. Ну, можно точно так же и Огника собрать, но мне уже 10 карт. Блин, ну реально удивляет. 10 карт, блин, солнце слепит. Но это реально круто. 10 карт, это считаю бомба. Крутой фонтан. Так, побежали. Побежали сейчас АС чекнем. Покажу вам мега топовые плюхи на АЭС сервочке. Что там есть интересного? Такс. День замковладельца, охота. Error Monkey Description. Так, а здесь самого, кстати, не дали. Но зато здесь есть, смотрите, есть маленькая помощь. Реально круто. Опять дали по 3 сундука. Также здесь есть офигенная тема. Посмотрите на вот этот вот коллекционер. Вытаскиваешь ПБшку, получаешь сразу же. Ну вот просто, я считаю, это топчик Некроса и Вольта. Для бездоната, если кто-то ролит здесь будет, это, конечно, круто. Так, ну карта богатства, магазин скидок, дальше все, в принципе, такое же, как и на английском сервере по акциям. Но вот это вот, конечно, тема крутая. Так, магазин скидок. Десятый, вот, посмотрите, десятый за самоцветы. Баст. Ну, это тоже круто. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Угадайку постараюсь провести сегодня. Потому что не успеваю все. Все, всем удачи, всем пока.